Моя профессия. Под таким названием вчера в Зуевском энергетическом техникуме состоялся студенческий конкурс профессионального мастерства среди учащихся учреждений среднего профессионального образования. В мероприятии приняли участие студенты вторых-третьих курсов четырех образовательных учреждений среднего профессионального образования республики – Донецкого, Политехнического и Макеевского промышленно-экономического колледжей, ХТТ и Зуевского энергетического техникума. Конкурс состоял из трех этапов – визитная карточка, знание теории и демонстрация практических навыков, полученных при изучении электротехнических дисциплин. Все участники были награждены дипломами и ценными призами. Победителем соревнований был признан Пяткин Иван Дмитриевич. Очень приятно, что этот молодой человек, он самый юный среди вас и занял первое место.